А ты тут... Рябиновая, кленовая, сосновая. В коттеджем поселке Варежки 2 все улицы названы именами пород деревьев. Особое предпочтение жители отдают прямоствольным соснам с вечно зеленой хвоей. Именно такие деревья высадили в Варежках во время ежегодной акции «Наш лес. Посади свое дерево». Хочется делать добро, чтобы воздух был чистый, побольше деревьев. А что сажаете, это знаете? Да, это сосна. Нравится? Конечно, очень красивая. Младший сын выбирал. Очень ароматная, красивая. Вот хочется выразить благодарность именно управляющей компании, что предоставила нам такую возможность посадить такие деревья красивые, чтобы наш поселок был зеленый, красивый. Ведь это же свежий воздух. Это польза для наших легких. Да. Нравится здесь жить вообще? Конечно, очень нам нравится здесь жить. Мероприятие для всей семьи организовали застройщик и управляющая компания поселком. Организации закупили 100 крупномерных сосен, привезли питательный грунт для хвойных растений, подготовили технику для полива. Предпочтение отдано взрослым деревьям. Они лучше приживаются. В красногорском питомнике закуплено 100 сосен, около 3 метров. Сегодня проводим посадку данных деревьев. Многие семьи уже живут здесь около 8 лет. С каждым годом стараемся озеленять и приводить территорию порядок, потому что мы находимся на территории национального парка «Лосиный остров». По словам руководителя УК, ежегодно в Варежках высаживают порядка 150 деревьев. От этого поселок становится более зеленым и уютным. На приглашение сажать деревья откликнулись местные власти. Благодарен жителям Загорянки, точнее коттеджного поселка Варежки 2, да, и управляющей компании за то, что организовали такое вот экологическое мероприятие. Потому что чем больше у нас будет посажено деревьев, тем чище и благоустроеннее будет Загорянка. Сажать деревья действительно приятное занятие. Ну, для того, чтобы дерево выросло красивым, его нужно для начала правильно поставить. Оно должно быть строго вертикально. Давайте вместе постараемся сделать так, чтобы это дерево было, в общем, самым красивым на этом участке. А еще посадка деревьев – отличный воспитательный момент. Многие этим воспользовались и привели на субботник своих малышей. Пришел с сыном. Жена, к сожалению, работает сегодня. Поэтому мы вдвоем решили приобщиться к благому делу. У своего дома у нас давно посажено. Вот пришли помогать благоустраивать трехэтажные домики. Сын очень любит. Он, как говорится, с детства к земле привыкает. Посаженные деревья семьи взяли под опеку. Будут поливать засушливые дни. В награду за труд УК приготовила жителям сладкие угощения. Михаил Налетов, Валерий Жиглей, Щелковское телевидение.